Шеф-повар Максим Григорьев. Креветки с манго. Увидев этот рецепт в журнале, тут же приготовила. И скажу, что буду готовить еще. Получилось очень вкусно. Я обожаю в отдельности и креветки, и манго. Но и сочетание этих двух продуктов оказалось очень удачным. Готовится это блюдо очень легко и быстро. Отлично подойдет для романтического вечера. Креветки я брала свежемороженые. Время приготовления – 10 минут. Ингредиенты. Креветки тигровые 400 грамм. Лук зеленый 3 пера. Лук фиолетовый 1 штука. Манго 1 штука. Масло подсолнечное рафинированное 2 столовые ложки. Перец чили свежий 0,5 штук. Сок лаймовый 2 столовые ложки. Соус соевый 2 столовые ложки. Соус чили сладкий 2 столовые ложки. Чеснок 2 зубчика. Шаг 1. Для приготовления креветок нужно приготовить тигровые креветки свежемороженые или другие крупные. У меня неочищенные креветки без головы, манго, красный и зеленый лук, чеснок, перец чили, соевый соус, сладкий тайский соус чили, растительное масло, лайм. Шаг 2. Креветки разморозить. Лучше в холодильнике. Затем очистить, сделать надрез по спинке и удалить пищевод. Шаг 3. Лук нарезать полукольцами, чеснок нарубить мелко. Шаг 4. Манго нарезать кубиком. Для этого манго разрезать на второй части вдоль косточки. На каждой половинке сделать в мякоти надрезы до кожицы, а потом перпендикулярно этим надрезам сделать еще надрезы. Надавить на манго со стороны кожицы и вывернуть. Теперь можно спокойно срезать кубики. Шаг 5. Перец чили нарезать кольцами. Я удалила семена, чтобы не было остро. Кто любит острее, тот оставляет семечки. Шаг 6. В миске смешать сладкий тайский соус чили, соевый соус и сок лайма. Это будет заправка для креветок. Шаг 7. Обжариваем лук на растительном масле минуты 3-5, пока он не станет мягким. Шаг 8. Теперь добавить перец, чили, чеснок, креветки и заправку. Жарим креветки минуты 2-5, зависит от размера креветок, пока креветки не станут розовыми. Шаг 9. Добавить к креветкам кубики манго, перемешать и прогреть минуту. Шаг 10. Подаем креветки сразу с рисом и долькой лайма. Посыпать зеленым луком. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.